Возьми фриз. Фризи! Вот это главное. Small C. Choose the correct letter. C. Ты не спрашивай у меня, ты сама должна знать. C. Ну вот это или вот это? Где? Good job. Good job. A mat. Да никто не трогает твой пластилин. Габи. Ну нажимай. Get up, get up. Gorilla. 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 Good morning! Правильно, Габриэль, твое имя. Big G. Big G. Габи, смотри в свой телефон. It's not my phone. Ну, в смысле в экран. Small G. Choose the correct letter. Good job. Gorilla. Gorilla, молодец. It's not big, not tiny. Все, next. Вон водичка у нее есть, вон там. Вон тут у нее есть водичка. А там еда, наверное, ей ложат еду, кладут. Oh, that like foods. And that the water, heat. Зовут. Please don't touch. I like to get scared. No. I don't like to get scared. Слышишь? Thank you.
Все хорошо, хочешь попить или ведерко взять? Пить вот здесь, водичка твоя, в сумочке достань. Наша дочка лазит. Орешки хочешь? Возьми. Возьми орешки. Хорошая водичка там? Да. Все, собираемся, идем. I want to go to Bubble Bubble House. How many years ago we did? Скоро. Выходим. And we are going to save the snow. Выходи, зеркало. But I want to have a clock and how many years ago. And I'm already have a clock and see a clock. Мы едем. Walmart. Прическа у Дошки новая, да? Жалко. И у Габи красивая прическа, да? Покажи, Габуль, что мы тебе купили. Боже мой, LOL Doll. Габи так любит LOL Doll свой. Боже, уже есть два, и сейчас это уже кукла настоящая будет там, да? А что мы Дошки взяли? Как это называется, Эда? Вот так. Снимать мультики всякие. Дошка доволен, да? Все счастливые. Да-да, его назад нужно вставить. Молодец, ты вставила? Good job, боже, какая сильная. Какая сильная девочка. Открой. Ой, она открыла всю эту штучку, Габи, смотри. Смотри, вон у тебя все открылось. У тебя есть уже такая бумажка, Габи? Или это другая бумажка? Это pet ones. А, это pet? Покажи мне pet. Look at that boy one. How do the people put it in their head? Look at that. Yeah, that's the boy. This is punk boy. Yeah? Yeah, these are the normal. Принеси Габи второй листочек. The pet over there. What's character? Which character? Слышишь у меня? Here, don't open it. Он не трогает твои. It's some coins. Это конфетти, Габуся, такое конфетти, не коинс. Тебе нужно будет написать сначала сценарий. Сценарий. Ой, Габи, это там четыре маленькие у тебя, четыре пакетика. Не надо каты, она может сама разорвать. Так давай откроем. Платье. А, нет, это знаешь что? Это, наверное, купальник. Yeah. Here's the second one.
Hey, mermaid. Then that's the tail of a mermaid. But this is a mermaid. Wow, it's a sippy cup. Еще один сиппи кап. Yeah, we all each get a sippy cup. Double-sided. Ну все, это должна быть кукла. So there's what? А где кукла? This is a choose. Take that off. А где кукла, Габуля? This here. А, я не видела, что есть еще большой мешок. Габи, смотри. Смотри! Идоша, yeah? Дайте показать куколку Габи. Смотри, ты рада? Mm-hmm. Это твоя куколка первая. Ноги только ей не сломай, выверни ей ножку, да. Габи, this one. That one, I think, yeah. Yeah, you got a... Покажи ее, Габи, лицо. Fancy. And it's color changing. And another one. It's color changing and a mystery. Let's see. Color changing and a mystery. Да. Одень на нее купальничек с трусиками. Like an interior. It's like a TV. So then he can be like watching. Все. Поставила. With his cat, and he's just lying there. Она может стоять. Молодец. Молодец. Это ей на руки, наверное, Габи надо одеть. Это ей на руки, эти кружочки. Не-не-не-не-не. Кружочки, вот эти два кружочка, ей на руки надо, наверное, одеть, чтобы она не утонула. На ручки. Одевается. So they're watching TV, they're so interested, they don't hear the T-Rex. And then the cat just turns around. He sees the T-Rex, he tries to tell him. And then he's like, what? And he looks around. And he's like, oh! Run for her life or his life, and then he just eats her as well. Hear her, and then a T-Rex growls. Coins. Everybody win. Everybody win. And then he's. Темно в квартире, вон. Немножко открыла сейчас окно. Сейчас, мне кажется, будет такой дождь. Какой гром. Смотрите, какое там небо. Ой, прохлада, наконец-то, вы знаете. За 6 лет в Канаде, 7-й год. Лето обычно достаточно нормальное, приятное. Хорошо, Габи. Всегда есть прохладный ветерок, вечером всегда 100%. Обычно, ну, вот в августе, Габи, в августе может быть немножечко, 2 недели жары, когда вот просто реально кондиционер не выключается. Здесь, вот как в мае началось тепло, вот теплая погода, вот жаркая, вот каждый день жара, на улицу выйти невозможно, 40 градусов, 35-40, даже доходило один раз 49 градусов. Ужасно, это ужасно жарко. Я не люблю жару, я ее плохо переношу. Мы живем вот в этих, ой, там сверкает прям молния. Мы живем, понимаете, это все деревянные домики. Габи, тихонечко. Деревянные домики прекрасно держат. Они прекрасно держат. Я просто хочу заснять, если когда будет еще сверкать.
Они прекрасно держат тепло, но они ужасно держат холод. То есть они не держат холод абсолютно. То есть ты охлаждаешь дом, он нагревается через секунду. На третьем этаже спать невозможно, потому что просто крыша накаляется до такой степени, весь этаж горячий. Да, вот так облака, я не знаю, видно. Да, облака вон блымкает, ага. Да. Кабуся. Да. Каби, смотри, там прям закручивается. Там прям облака аж закручиваются. В такую, как что? О май гуднес, это уже страшно становится. Мами, лен канай. Все, сейчас идем домой, сейчас идем. Ого. Сейчас будет саунд. Сейчас будет сильный саунд. Закручиваются облака, как в такой вихрь. Даже страшновато. Да, заходим. Поэтому мы просто тупо сидим дома. Ну, у нас, конечно, по дому есть куча работы. Мы делаем ремонт. И вот сделали туалет, сделали уже наш основной этаж. Переходим скоро на кухню. Но лето для того, чтобы наслаждаться. Мы хотели на озера ехать. Да, в жаркую погоду хорошо ехать на озера. Но нет сил, верите? Нету сил ехать ни на какие озера. Ну, просто вообще. Также я, конечно, знаю, что я пропала. Все вот эти вот дни... 2 недели практически меня не было, потому что просто я пыталась прийти в себя после учебы, после учебного года. Да, хорошо. Все хорошо, сосед наш ходит, смотрит. Что она кричунькает. Ну, уже ждем все этого дождя, конечно, потому что очень-очень жарко. Сейчас прохладно даже стало, уже сейчас прохладно. Да, уже стало прохладнее, уже ветерок, уже приятно. Сейчас еще он пробьет немножко дождь. Поэтому была немножечко, знаете, такая усталость уже накопившаяся после учебы. Плюс дети сразу на каникулах, и все как-то закрутилось сразу. Поэтому немножко так... И знаете, как-то не было настроения снимать из-за этой жары, даже не было вот просто элементарно сил взять камеру в руки и снять. Поэтому вот сегодня так уже легко на душе. Ой, какой приятный ветерок, прохладный, прелесть. Так что, ребяточки, мы вновь с вами, мы опять здесь. Надеюсь, вы нас не потеряли. Но вы уже знаете, как это бывает у меня в последнее время. Вот наш огородик, у нас много всяких новых посадок. Ну вот так красиво. Все везде. Ну, в общем, да. Вообще, на самом деле, сейчас вышла сюда, увидела барбекюшницу. Вчера делали барбекюшку. Так хочется картошки. У нас в доме месяц нету картошки. Мы не на диете, ничего. Просто не доходят руки ее купить. Я обычно беру по скидке, а тут что-то нету скидки. Так хочется картошки. Даже просто в мундирах. У меня, когда картошки дома нету, картофеля, это просто траур. Суп не сварить. То есть бульон вот мы кушали последний раз уже. Не знаю, ну ни пюрешки, ничего. Без картошки, я не знаю, нам без картофеля тяжело жить. Ну, по крайней мере, мне и моему мужу, мои дети небольшие едоки картошки. Ну, по крайней мере, даже суп сварить. Потому что мы очень любим суп. Я вообще без супа жить не могу. Не знаю, надо будет поехать в магазин купить картошечки. На этой неделе. Ой, как прохладно, как хорошо. Просто уже аж хочется жить, потому что очень, когда жарко, очень-очень тяжело. У нас, я вам покажу. Вот у нас уже перчики какие-то. Мы в этом году, я ленилась, я купила готовые, если вы помните, я вам показывала кусты. Они очень хорошо дались. Мы прям в ведрах посадили, разобрали нашу грядочку. Вот. Посадили сливу, купили вот это дерево сливы. Вот, значит, дальше. У нас 2 вида перца, так, потом вот это идут там помидорчики, их не видно. Потом еще одни перчики, вон уже их видно. И там черри. Черри, видите, вот это вот черки. Больше приблизить нельзя. Вот это все в ведрах.
В этом году этот наш агрусик что-то не дал. Дал 6 ягодок, и что-то какие-то они несчастные. Наверное, надо будет еще выждать, чтобы он еще пустил урожай. Все, все остальное как-то так. Потом еще купили японский вот этот вот клен. Очень красивый, как у нашего соседа. Мы купили маленький. Такой вот. Хорошенький. Такой вот будет, как вот этот клен. Ну и наша вишня. Вот какая она красивая. Вот. О, там прям видно, где полоска дождя идет в небе. Габи, ты боишься? А как ты танцуешь? Покажешь нам? А как ты вот это вот так вот? Да, вот там, мне кажется, даже как-то видно, как полоски с неба такие идут. Мне кажется, это дождь. Да, это орел. И орел, орел, да. Это из Fortnite. У кого есть детки, кто играет, наверняка знают эти танцы. И Дошка не играет, он только танцует. Там, кажется, вот такой вот дождь идет, полоска. Ну, ждем уже, когда у нас польет немножко. Ну, что же это такое? Да. Ой, короче, ждем дождя. Да. Поставь на место.